В основном эти кубки выиграют страны, которые развиты, понимаете, где есть куча денег, где футбол, где клубный футбол, инфраструктура. А вы в нашей вот ситуации, в которой мы находимся, то есть при том, что у нас пока что все там вот валится вниз, вы сделали невозможное, серьезно. Поэтому то, что вы сделали, я считаю, ну, не то, что нельзя недооценивать, то есть это то, что с вами будет всегда. Я считаю, то есть дай бог, чтобы на клубном уровне вы вот это вот такое же у вас стоял. Но я вам хочу сказать, это на любом уровне это сделать сложно. И я надеюсь, что все-таки ваши труды вот именно вот на национальной сборной они не закончатся, вот, а получите еще больше, да, особенно в Лиге чемпионов. Ну, начало, хочу сказать, положено неплохое. Бонус внизу. Валерий Бондар. Да, я на русском читаю. Сколько я контракта прочитал. Пожалуйста, тебе, мой. Спасибо. Отлично. Батя тоже ко мне. Немножко наклоняйте. Поздравляйте, друг мой. Нижний.